МБО «Зеленый город» Каспийска получил новую обновленную технику по уборке мусора. Современные машины должны были вступить в работу еще в мае текущего года. Но из-за некоторых технических нюансов их запустили в работу только сейчас. Соответственно, эти машины, конечно, повлияют существенно на ситуацию в городе. Ждем через пару недель еще одну единицу. И очень надеюсь, что вот проблемы с вывозом, с такого в городе мы полностью снимем. И со своей стороны хотел бы извиниться перед горожанами. Ну, физически, что можно было в рамках тех ресурсов, которые у нас были, мы работали, старались. Но уже с новой техникой уже эту проблему мы снимем и дальше уже спокойно будем работать. Отметим, что получены оборудованные мусоровозы при поддержке главы Каспийска Бориса Гонцова, который непосредственно сыграл значительную роль в улучшении работы организации. По словам руководителя МБУ «Зеленый город» Магомеда Багамаева, старое оборудование нуждалось в постоянном ремонте, из-за чего ритм работы постоянно нарушался. Ну, со старой какие проблемы? Извините, она как бы на рейс выезжает, один рейс делает, она сразу заезжает на ремонт. Постоянные поломки, постоянный выход из строя. Мало того, что это затраты на ремонт бесконечные, это идет постоянный срыв графика уборки. Вот мы, допустим, сделали список техники, она выехала, и через пару часов две машины с поломкой возвращаются. Соответственно, их участок стоит, не убирается. Да? И вот по цепочке идет потом вал проблем. Новая техника была передана МБУ «Зеленый город» 4 июля. И уже сегодня она начнет свою работу на улицах муниципалитета.